Исполнение этого фрагмента требует от пианиста не просто владения техникой, но способности чувствовать очень тонкие нюансы, музыкальные и смысловые. Настя играла одно произведение, по требованиям фестиваля мы играли всего одно произведение. Произведение французского композитора Клода Дебюсси, называется оно «Кукольный кайкоок» и «Сюиты детский уголок». Кикок – это негритянский танец, исполняемый под аккомпанемент банджи, гитары и мандолины. Он является предшественником рэгтайма и джаза. Для него характерны резкие смены ритма и короткие неожиданные паузы. Клод Дебюсси – композитор классический, и его кикок, да еще и кукольный, весьма своеобразные три в одном. К чести юной вхтелимской пианистки она это испытание выдержала. Мое выступление больше оценили зрители. Нам подходили, говорили, что я сыграла на первое место. Музыкальный. В конкурсе были еще три номинации – художественное изобразительное, театральное искусство и хореография. Участвовали юные таланты из России, Испании, Франции и Италии. Анастасия Зверькова, Евгений Грицких. Новости сейчас.